А в Актобе проходит международный турнир по теннису. За призовой фонд в 10 тысяч долларов поспорят теннисисты из 12 стран. Нашу представляют более 10 человек. Особые надежды возлагают на алматинца Дениса Евсеева. Еще несколько лет назад актюбинцы даже мечтать не могли о соревнованиях такого уровня. Развитие данный вид спорта получил 2 года назад, когда построили теннисный центр, полностью соответствующий международным стандартам. В 2013-м там прошли 2 15-тысячных турнира. В этом году это уже третий. В нем участвует и внук легендарного грузинского теннисиста советского времени Александра Митривели, которого назвали в честь дедушки.